Это мельница. Нет, это что она умеет? Крупнее сделать. Вот, что надо. Типа, за чуть-чуть. Ага, здесь вот это следующее. Оболочка? Не, это все не оболочка. Оболочка вот там. Не. Вот это оболочка.
выход. Основной выход это... Ну, и вот это. И получается вот это. Мел, мел, девочки, ручка у кого-то есть? Нет. Да, мать сюда, да. Все-таки крупочка. Танина, да. Крупочка. Вот как крупа, как манка получается такая. Да. Оно и здесь вот это. Да. А здесь вот это следующее. Следующее. Да. Там вообще как порошок. А вот это крупное. Ага. Вот она, вот это гораздо крупнее, чем... Да. Это, вот это, то есть у нас... Это оболочка? Оболочка? Нет, это еще не оболочка. Это крупка, это самое. Я думаю, что оболочка, она вот здесь. Да. Оболочка вот там. Вот. Не. Вот эта оболочка. Ну, сейчас посмотрим. Они одинаковые здесь. Воды. Так, давайте. Вот это будет как похоже. Вот что отвалилось от сита. Да, вот ее отсортировали. Нужные примеси, что есть. Ага. Вот они, похоже, здесь. Просто давай мельница. Она... Блестящая и катится лучше. Тоже что-то не очень. Ну, это тоже. Но оболочки-то где-то, они размололись. Вот или они... Они размололись. Да? Воды. Так, давайте. Вот это будет как похоже. Она что входит в воде. Смотрим, что здесь. Здесь получается, что отвалилось от сита. Вот это вот. Ну, тоже крупка. Да, вот ее отсортировывают, все ненужные примеси, что есть. Ага. Вот они, похоже, здесь. Или с этой свалилось, ну не знаю. Просто, когда отшлифована любая мельница, она блестящая и катится лучше там. Что здесь, не знаю, что тоже что-то не очень. Но это, скорее всего, да, ну, вот. Ну, оболочки-то где-то, они размололись. Вот или они вот эти на оболочке? Вот. Они размололись. Да? То есть теперь я понял. Да. Выход, да, согласен. Выход. Основной выход – это да. И вот третья. Ага. Вот самое основное. Заржавеет. Да. И здесь не заржавеет. Там не заржавеет. Да. И получается вот это. Мел, девочки. Да. Смотри. Вот. Основные выходы. Так. Значит, ручка у кого-то есть? Нет. Да, да. Так. Слушай, это самое. И бумажки, наверное, надо. Не сюда, не ничего. Нет, да я не разбил мешок. Мешок-то разбил. Не, а все равно свет не тот, поэтому нет.